Игра «Пайк» является симулятором несуществующего боевого корабля, но не обычного, а корабля на воздушной подушке. Дело, естественно, происходит в будущем, в котором живется из рук вон плохо, поскольку плохие все время обижают хороших. Плохие попрятались на нескольких покрытых водой планетах, построили себе базы, и выгнать их оттуда никто не может. И хорошим пришлось построить «Пайк». Этакое чудо техники, представляющее собой танк на воздушной подушке, обвешанный со всех сторон оружием и броней. Игра построена по принципу выполнения миссий. Отметим, что игра «Пайк» — продукт российских разработчиков. И по своему уровню занимает достойное место среди лучших игр для персонального компьютера.